Вот эту прорубить. Отлично. А тут вот эту. Вот так вот. И ам-ням получил желешку свою. Ням-ням-ням-ням. Как же ему вкусно. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра. И сегодня мы поиграем в приключения Ам-Няма. Так, ребятки, ну что ж, Ам-Ням готов уже к нашим приключениям. Давайте, собственно, приступим к нашей замечательной игрушке. Так, поехали. Так, давайте, ребятки, начнем с первого уровня. Я тут уже пробовал в нее немножко играть, но я вам покажу с первого уровня, как в нее нужно играть. И посмотрим, если вы уже играли, ребятки, то комментируем. Помогайте мне проходить эту игрушку, потому что я в нее только играю первый раз. Ого, ребята, у него украли конфеты, вы это видели? У меня украли все конфеты, посмотрите. И меня забрали с собой, ой, да что ж творится-то? Вы только посмотрите. Так, ребяточки, ну что ж, поехали. Вот это, оказывается, я, да, неожиданное приключение Ам-Няма называется наша игра. Давайте перерубим ниточку вот так вот, все, и упадем. Ой-ой-ой, ребятки, мы упали. Куда мы упали? Где-то упали мы на какие-то листочки. Так, ну что ж, давайте следующее. Вот одна конфета есть. О, отлично, Ам-Ням съел конфетку и очень доволен. И первый уровень, ребятки, у нас пройден. Так, давайте, ребяточки, перейдем ко второму уровню. Отлично, Ам-Ням, поехали. Так, второй уровень у нас, ребятки. И что у нас здесь есть? Давайте с вами посмотрим. Давайте вот так вот здесь вот и вот так вот. Опа, вот так. Все, отлично, Ам-Ням схавал конфетку, ребятки. И получил за это вознаграждение. Так, ребятки, 3 звезды, поехали дальше. Так, следующий уровень у нас, ребят, это... собери 3 звезды. Так, давайте посмотрим, что у нас за следующий уровень. Так, ага, ребятки, здесь нужно подумать, что нам нужно сделать. Вот эту прорубить, отлично. А тут вот эту. Вот так вот. И Ам-Ням получил желешку свою. Ням-ням-ням-ням. Как же ему вкусно. Давайте пройдем дальше на следующий уровень. Так, ребятки, уже 4 уровень у нас открылся. Кто не знает, мы играем сегодня в Ам-Няма. И сегодня Ам-Ням покажет нам, что нужно делать здесь. Так, теперь давайте посмотрим, что здесь нам нужно делать. Давайте вот так вот и вот так вот. А, нет, нет, немножко не так, ребятки. Нам надо было чуть-чуть сделать по-другому. Давайте переиграем. Смотрите. Смотрите, как нам нужно было сделать. Нам нужно обрубить было здесь. И здесь. Вот так вот. И теперь здесь. Все, отличненько. Ам-Ням получил, ребятки, еду, но последнюю звездочку мы не собрали. Но ничего, звезды не так важны, так как важно проходить сами уровни. Так, следующий уровень, ребята, поехали. Собери 5 звезд. Ну что ж, давайте, собственно, соберем эти 5 звезд и посмотрим, что. Так, собрать 5 звезд мне надо. Ай, 2 звезды собрал, а не 5, ребятки. Последняя звезда гуляет, но ничего, ребятки. Мы все-таки прошли этот уровень и открыли новый. Отлично, перепрыгиваем на новый уровень. Это уже какой у нас уровень? 6-й? По счету, небось. Так, ребятки, здесь 3 шарика, и нам нужно накормить Ам-Няма. А как это сделать? Давайте подумаем. Давайте подумаем. Так, отвязываем. Отлично, ребята, я собрал все звезды и накормил Ам-Няма. Отлично, круто. А если кто-то из вас так умеет, ребята, обязательно ставьте пальцы вверх и напишите мне какие-то комментарии. Мне будет очень приятно. Посмотрим, что здесь дальше. А, это еще не все, ребята. В этом уровне мне нужно еще собрать фрукты, 15 или больше. Понял, давайте соберем фрукты. 15 или более фруктов. Так, а куда же их собирать, ребятки? Куда же их собирать? Во что? А, их просто надо собирать, да? Давайте отвяжем. 15 фруктов мне надо собрать, ребяточки. О, я уже собрал 15 фруктов, ребят.
Отлично, я собрал 23 фрукта, ребятки, и прошел этот уровень. И это просто, ребятки, замечательно. Так, собери звезды. Успей, пока работает там. Так, ребятки, за 12 секунд мне нужно собрать звезды. Это очень важно, ребятки. Это неотъемлемая часть, ребяточки, любого. Давай, давай. Одна секунда, успею или нет? Отличненько, успел, ребята, я успел. Отлично. Все просто супер, я даже успел, вы видели, 0-0 секунд уже оставалось. И мы все-таки успели накормить амняма и собрать за время. Или не успели? Отличненько, ребятки, новый уровень у нас открыт. И это уже уровень 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это уже 7-й уровень, ребяточки. Давайте, собственно, перейдем к нему и начнем нашу замечательную игрушку. Привет! Так, амням, а как же тебя накормить-то здесь, а? Так, давайте сделаем следующее. Наверное, мы отвяжем здесь. Вот так вот. Отлично. И теперь, наверное, здесь. Конфету нужно поднять вверх, мне пишет. Бесплатно. Давайте. Ага, вот, ребяточки, все, мы теперь можем... Вот так вот, все, ребятки, теперь я понял, как это нужно делать. Теперь мы рубим канат, рубим второй. И отлично. Ребятки, амням, амням не съел, ему не досталось, вы видели? Нет, это вообще неправильно. Так, давайте вот так вот. Давай, 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 ешь. Так, вот так вот. Так, теперь нажимаем на шарик. И сюда, отличненько. Теперь забираем опять нашу звезду. Опять шарик лопаем. Так, тихонечко, не в натяжечку. Теперь здесь рубим канат. И амням получает свою еду. Отличненько, ребята. Мы накормили амняма. Так, идем дальше. Так, что у нас дальше, ребятки? Новый уровень. Это что такое? О, ребятки, какой-то уровень появился. Вот, посмотрите, во дворе. Новый уровень. Уровень 8 называется. Это, ребяточки, и давайте с вами... Так, привет-привет, амням. Так, приключения амняма, ребята. Это же, конечно же, все хорошо. А, мне, наверное, надо вот эти все здесь, ребятки, обрубить шарики. Чтобы я получил... Но я так ни одной звезды тогда не получил, ребятки. Но зато накормил амняма. И открыл новый уровень. Я так думаю. Так, ребяточки, поехали. Новый уровень. Погнали, погнали, погнали. И новый уровень 9. Собери 3 звезды. Так, 9 уровень. Так, амням, ты готов? Привет, привет, амням. Так, ребяточки, давайте будем кормить амняма как-нибудь потихонечку уже. Потому что он уже довольно-таки голодный. Так, довольно-таки голодный. Так, а как же нам, ребята... Но я амняма не накормил. Мне надо как-то сделать, чтобы я и его накормил, ребятки. И... А, все, ребяточки, я понял. Нам надо сдвинуть эту. Так, у нас есть бомба. Давайте возьмем бомбу, наверное, и... И поставим ее. Вот так вот. Отличненько. Все, ребятки, мы все, что надо, забрали. Давай, 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 обрезай канат. Отличненько, мням-ням, получил свою еду, ребята. Круто, не правда ли? Классно. Так, идем дальше. Что здесь амням нам предлагает, ребята? Так, открылся 10 уровень, ребята. Давайте, поехали. Так, 10 уровень, ребяточки, и мы продолжаем нашу замечательную игрушку амнямом. Ой-ой-ой, куда же там ням падает? Падает, 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 падает. Собирает все звезды. И получает свою еду. Отличненько, ребяточки, круто. Очень легко, довольно-таки, ребятки, и просто проходить эту игрушку. Так, ребяточки, 11 уровень, и мы продолжаем. О, новый уровень у нас появился, новый. Во дворе открылись новые двери, и нас приглашают посетить
это место. Привет, привет, амням. Так, ребяточки. Давайте, наверное, вот так вот отвяжем. И вот так вот, наверное. Вот так вот. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отличненько, все, мы накормили амняма. Хоть и звезды мы не собрали, ребятки, зато амням голодный не останется. Так, ребятки, вот какой-то... А, туда еще пока закрыто, давайте вот так вот, все. Уровень 13, ребята, мы уже с вами, кстати, на 13 уровне. И это, я хочу сказать, не шутки, ребят. Вот так вот, давайте сюда амням опустим. Вот так вот сюда, отлично. Вот так, ням-ням-ням-ням-ням. Амням добрался все-таки до своих конфет, ребята. Крутой чувачок. Приключения амняма. Довольно-таки прикольная, ребятки, игра. Я раньше не играл в эту игру. Но в последнее время что-то мне стало интересно. Просто-напросто посмотреть, что это такое. И в действительности интересная игра. Отдайте мои конфеты. Мои конфеты упали. Я остался без конфет. Опять я остался без конфет. Давайте по новой. Ребятки, а как получить конфету? Используйте... Нет, так. Давайте подумаем. Так, нет. Да что ж такое, а? А, все, понял, ребята, смотрите. А как мне камняму, чтобы они попали? А я никак не сделаю, чтобы они попали камняму из-за того, что... Странно. Давайте еще раз шарик используем. Да что ж такое, а? Мне надо какой-то мостик, ребятки, построить здесь. О, еще может больше. 3? А, 3 нельзя уже шарика. А, или можно? Ай, совсем чуть-чуть оставалось, вы видели? Все, уже больше нельзя, ребята. Отличненько, ребяточки. У нас все-таки получилось накормить амняма и пройти этот уровень. И это просто, ребятки, замечательно. Так, ну что ж, дорогие друзья, а этот выпуск на канале Вечное Детство подходит к концу. Ребяточки, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. С вами был, как всегда, Юра. Вы были, ребяточки, на канале Вечное Детство. Пока-пока. Встретимся, ребятки, в следующих сериях. Если вам понравился амням, ставьте пальчики вверх и пишите комментарии. Пока-пока, ребятки.